общем, я ее вот так безжалостно чищу, совершенно безжалостно. Такой малюсенький отрезок, у меня очень много клубники. Сладко-кислая, в общем. Так. Клубнику, конечно, если не чистить, то она разрастется. У меня такой малюсенький огород, что мне нужно место оставить и на огурчики, и на помидорчики. Ну, в общем-то, чищу. Возьму пару отростков этой клубники к Алене в воскресенье. У них там есть место? Не внутри, где огорожено, а туда, прямо в тупик, где забор соседский. Там есть. Дорогие друзья, я забыла вам сказать же, что мы вот этот стол отдаем тоже Ване. То есть компьютер ему будет и вот этот столик. Да, вроде бы он уже ничего не разбивает. В общем, попитка не питка. Я уже себе заказала сюда другой, более такой оригинальненький столик. Это как парта, как раз будет для него прекрасно. Я могла бы себе еще одну такую же заказать, да? Нет, я хотела себе другой столик. Потом придет, когда вам покажу. Вон она. Шварси. Шварси, подсиживаешь меня, да, на кресле? А, Шварси? Я меняю местоположение коврика, и она вот так вот ложится туда-сюда. Так, ну что теперь? Теперь я хочу быстренько
сходить наверх. Я уже сегодня не буду ничего чистить. Я почистила. Так, вот эту клубничку мне надо будет с корнями поставить в воду. Я посажу там у дочки. Да, надо будет поставить ее в водичку. Вот это я немножко прочистила. Вот это все останется на потом. Сиренька. А что с хреном делать, кто знает? Я совершенно забыла. Вау, а тут сколько надо подметать. Не подметала. Так, засохли мои цветочки эти. Присохли, присохли. Да, мы с мужем подхватили этот вирус, и поэтому тут ничего и не убирали. Ой. Вот эти ветки все засохшие. Вау. Как-то скользковато идти тут. Так все сухо. Чего я сюда приперлась? У нас тут, слава богу, медведей нету. А вот этот цветок, который был съеденный, да? Все сухое, конечно. Сухое, барвинок сухой. Дождей не было, а я не могу сюда таскать тяжести, понимаете, с водой поливать. Мужа совершенно забыла попросить. Не хотела его нагружать. Ну тут, как бы, понимаете, не так уж прям сильно испаряется. Вроде бы даже как и более влажная такая земля. Я сейчас отключусь, спущусь аккуратно и потом включусь. Ужас, какой тут бардак. Туда подниматься нужно иметь палку с собой, знаете. Палку для того, чтобы облокачиваться на нее. Да, это все подметать надо. Вот так вот оставь все. И придет вот в такой вот беспорядок, беспорядок, дорогие друзья. У нас вон там вон наверху бегали олени, как я вам говорила. Никогда в жизни тут не было никаких у нас мишек. Я так думаю, что Херкемер, это вообще у них, понимаете, центр. Это у них вообще центр. Это какой-то заблудший молодой медвежонок, дорогие друзья. Спустился с лес, с лесу, из лесу. Я из лесу вышел, был сильный мороз. Да, надо будет позвонить зятю и узнать, как дела. А на сухих этих листиках ходить-то не очень приятно. Все надо подметать. Оставлю на завтра себе работу. Буду потихоньку все делать. А что делать? Ну да. Все сразу не переделаешь. Ничего, ничего. Надо себе делать в удовольствие, тем более, что меня в шею никто не гонит. Я еще как бы гундосю в нос разговариваю. Так потихонечку
Ой. И буду... буду работать. Так, сейчас возьмем с вами баночку. Баночку. Так. Баночку. И поставлю туда. А, я вот сюда поставлю. Эту баночку ставлю на место. Сейчас нальем водички. Вот в этой тыкве я тоже могу печь, дорогие друзья. Да. Пусть стоит клубничка. Муж бы сказал: зачем, это никому не надо, им это не надо. А мне хочется. Мне жалко, смотрите, сколько хорошей клубнички, да? Можно посадить. Ну, у меня некуда. Возьму там, под забором им посажу. Там кусочек травки у них. Пусть там и растет. Я свои корни заказывала в Амазоне, платила деньги. Я уже рассказывала. Пусть тут будет. Так. Клубничка, клубничка. Пусть стоит. Жалко мне ее, жалко. Ну что делать, если у меня мало места? А просто так садить? У них там солнышко. И будет нормально. Вот если мужа еще, как говорится, изнасилую, он уже знает, где мне нужны клумбы. То есть он сам мне это все сделает, да? Ну, ой, вот она, видите, прям сюда лезет. А тут у меня место для огурчиков. А вот тут место, вот тут на этой половине. Огурцы как-то не совсем, что ли? Хотя, может, и совсем их надо удобрять, это я не совсем. А огурцы-то совсем-совсем, да, дорогие друзья? В общем, делаю заключение. Вот это вот дешевое из Aldi, вот это подороже из Home Depot. Или в Home Depot, или в Lowe's. Ну, как видите, вот это еще живет. А это все пропало. Все пропало. Вот так-то, дорогие друзья. А я жду сегодня посылку. Почтальон должен мне принести как раз вот это покрывало на диван, о котором я говорила в сегодняшнем первом видео. Да, дорогие друзья, будем ждать, я вам потом покажу и закончу это второе видео. Репортаж из кабинета. Дождалась я свою посылочку. Истину. Драгоценную. Помните, говорила, что я тазик заказала? Вау, действительно такой. Не маленький. Представляете, тут в магазинах в нашем, в нашей Америке, апстейт Нью-Йорк, тазиков нету. Ну, в Бруклине, конечно, тазики были, да. Так, сразу я бумажку выношу. Да, в Бруклине тазики можно было купить. Вы сами понимаете, что Бруклин — это район многомиллионника города Нью-Йорк. И это, друзья, настоящий тазик, ура! Лягусенький такой. Знаете, если бы я знала, что это тазик, я бы заказала два.
Он, конечно, не такой большой таз-таз, но это широкий тазик. Ну, хватит ни одного, хватит. Да. Как узбеки. Пам-барабам, 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 пам-барабам. Там-да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 . Это я с детства помню, я ж в Ташкенте родилась. Тазиком я довольна, ура! И теперь к тазику. Вот такой чехольчик на диван. Вот такой чехольчик. Сейчас я одену и подключусь. Ну вот, дорогие друзья, мой прекрасный диванчик. Так, сейчас я на нем посижу, о чем я и говорила. Этот диван будет одет в чехол, наподобие, как у меня на этих стульях. Диван я этот выкидывать не хочу, он действенный. Ваня на нем прекрасно спит, он раскладывается вперед, да. Так что очень даже все удобно. У нас было два дивана. Значит, один такой диван мы выбросили, потому как его коты... У нас были котики, я же вам говорила, что и Шварси, и Аленкина Васи. Это две кошечки от моей кошки Маруськи, которая родила 5 котят и сама попала под машину. Потому что это была дикая кошка, я уже 1 000 000 раз рассказывала, что она вытворяла, да. Кому интересно послушать еще раз... Напишите, нужен ли вам рассказ о моей кошке Маруське. Так вот, котята родились, и этот диван стоял внизу. Два дивана стояло, один наверху, другой внизу. И весь диванчик, который был внизу, он полностью был подран этими котиками. И мы его... вытащили, я думала приспособить как-то на улице. Владик говорит, нет, все, говорит, я сейчас разломаю. И мы его похоронили под нашей сауной. У нас там был такой ров, куда поместилась вся старая кухонная мебель и все, что нам было не нужно. Вот. А этот диван так и остался тут наверху. Ваня на нем спит, отлично. Зачем я буду выбрасывать? Зачем я буду покупать? Я поменяла. Вернее, не поменяла, а купила эту накидку, чехол, или как он называется. У меня есть такой вот коричневый, темно-коричневый, но он мне... уже не нравится, я его одевать не буду. А этот, смотрите, какой аккуратненький. Под цвет стульчиков. Веселенький такой. Кабинетик и диванчик, да. Ну, когда надо будет, конечно, раскладывать Ване, то я чехол только подниму. Он останется на диване собранный. Разложится вперед диван, а чехол просто будет снят с этой сидушки, а тут так и останется. Это же не мнущееся, можно поднять и свернуть в изголовье, понимаете? А так потом одел, и все симпатичненько. И это уже подушечка,
Тоже старенькая эта подушечка. Одна вот так вот и будет тут. И все. Мне все нравится, такой веселенький у меня кабинетик, да. Веселенький, с компьютером, с фотками. Вот и все, дорогие друзья. Я вам напишу, посмотрю цену и напишу, сколько стоил мой тазик. И вот это cover for sofa. Всем пока-пока и спасибо, что вы со мной смотрите и пишете. Всем большой привет, друзья, от меня. Личный, благодарственный, от всего сердца.